Всем привет, друзья! С вами Светлана, это наш гостевой дом Мурлямур, и сегодня у нас будет необычная прогулочка, мы от него дойдем до моря. Ну что, не будем терять ни минуты, номера вы уже смотрели в предыдущих роликах, теперь нам надо заценить расстояние от гостевого дома до Черного моря, до пляжа, до Паралии, до нашей набережной, до центра развлечений, до курортной жизни, а это все действительно близко и рядышком. Давайте узнавать, что у нас здесь есть на пути к морю. У нас здесь заканчивается улица Горького, пересечение с улицы Черноморской. Черноморская у нас простирается от винзавода, от самого начала поселка за переездом, и длится вплоть до самого моря. То есть вот эти все кафешки набережной Паралии, они также расположены на улице Черноморской. В обычное время, в пик сезона, когда у нас не было коронавируса, все вот эти ролеты открывались, здесь продавали вина, специи, чаи, одежду, сувениры, в общем, всю торговую продукцию. Некоторые павильоны, как вы можете видеть, по той стороне уже открываются, работают, в принципе. Требования Роспотребнадзора не всегда для некоторых жестокие и сильно ограничены, поэтому кто может, тот открывается. Плюс еще, конечно же, сказывается в этом году, я не знаю, наверное, многие отели даже столкнулись, или гостевые дома, с тем, что не хватает персонала. У нас, слава богу, все нормально, у нас круглогодично работает персонал, у нас нет текучки кадров, поэтому мы, собственно, и открылись-то вовремя. В других я знаю, что обычно персонал нанимают с других стран, которые сейчас у нас, к сожалению, закрыты. Это страны СНГ, Донецк, Луганск, Армения. Вот, к сожалению, пока вот границы закрыты. Возможно, еще откроют, но нехватка персонала сказывается очень сильно. Здесь у нас тоже такое вот продуктовая зона. Напротив там живое пиво на разлив. Не знаю, работает или нет, но вроде как дверь открыта, значит, работает. Едет автобус, куда-то везет человечков. Здесь у нас хмельная галерея, тоже открыта. Потихонечку жизнь начинается. Это чувствуется, уже появляются люди, машины. Машины у нас всегда верный признак того, что сезон есть. Потому что автомобили, да, здесь постоянно ездят по этой улице. А в чем еще большой плюс этого гостевого дома? В том, что находится-то он рядом с курортной частью поселка, но при этом шум от дискотек, гаммы, вот этого ночного шума, движухи вот этой жизни не доходит до нашего гостевого дома, потому что, видите, мы немножечко сейчас как бы спускаемся вниз, но при этом это небольшой спуск. Сейчас у нас от Паралии начнется прямая дорога, без всяких спусков, подъемов, прямиком к морю. Здесь у нас отель «Валентина» и вторая «Валентина». В общем, вот такие вот здания в греческом стиле выполнены. С этой стороны у нас тоже проезд, там тоже есть гостевые дома. В общем, вы сами сейчас будете видеть, как живет и чем живет наш поселок в летнее время. Сейчас у нас, кстати, на часах 13:40 по времени. У нас сегодня 25 июня. То есть уже заканчивается первый месяц лета. И, к сожалению, жизнь не особо бурлит. Но надеюсь, что сейчас на Паралии будет повеселее. Конечно, пересматривая прошлогодние ролики, может показаться, что как будто это две разные вселенные, но так оно и есть, потому что не все еще работает в полной мере, как в прошлом году, как бы нам этого не хотелось. Здесь вот винный магазин, аптека, Сбербанк, люди идут с пляжа, вот, так что потихонечку жизнь налаживается. Если люди идут оттуда, значит, там точно есть море, так оно и есть. Впереди возвышается отель «Аврора», какой-то еще «Каркап» или «Каркапа». Столовая «Арго», я так понимаю, что пока еще, видите, за сеткой, наверное, не работает. Здесь у нас тоже что-то еще пытается открываться. В общем, с каждым днем все больше и больше заведений пытаются открываться, готовятся к открытию. Возможно, как-то меняют что-то в своих заведениях, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора. И вот, собственно, таким вот неспешным шагом за 4 минуты, как я и говорила, мы с вами дошли до пересечения Черноморской с Южным проспектом. Южный проспект у нас идет до диких пляжей. Там, к сожалению, перекопано сейчас, поэтому очень долго идти пешком. И идет в сторону, наоборот, выезда. Тут у нас одностороннее движение, поэтому таким вот кольцом сделано. Давайте перейдем по пешеходному переходу. Так, нас пропускают, пропускают. Все, мы перешли через пешеходный переход. И давайте я вам сразу навигацию дам от этого места. Если вам нужен парк развлечений, он вот он. Сейчас он не работает, к сожалению. Там же вы видите колесо обозрения. Вот в ту сторону, если пойдете или зайдете здесь, попадете в парк развлечений Луна Парк.
В эту сторону, если пройдете, там есть детский парк, но он немножко минут 7-10 ходьбы от этого места. И давайте я вам покажу нашу паралию. Это врата рая, наша набережная из греческого паралия, так и переводится. Центральный пляж Витязева. Пройдем с вами торжественно под этими греческими колоннами и ощутимся в летней жизни. И давайте смотреть, что у нас уже работает, что не работает. Пока, вот видите, днем еще очень сложно понять, потому что в основном всех интересует вечерняя жизнь. Но по этому проходу вы будете идти как раз-таки прямиком к морю. Здесь у нас пляжные товары продаются, экскурсионная будка, но вроде пока не работает. Ночной клуб «Гавана Мама», говорят, в ближайшее время она откроется, там уже работа проводится. Вот, «Бистро Бриз» работает. Раздача есть, так что есть уже где покушать, столовая. Привет, привет. Привет, привет. Так, зовут этого красивого блогера? Светлана. Светлана, приятно. Спасибо. Вы снимите наше кафе, пожалуйста. Я прохожу, все рассказываю, отдельно снимать не буду. Все для отдыха. Фото на память закрыто пока что. Так, здесь у нас столовая «Фрегат». Не столовая, точнее, это у нас кафе. Здесь можно отведать морепродукты. Не бюджетное заведение, но, говорят, очень вкусное. Оно, кстати, по-моему, круглый год у нас даже работало. Продуктовый магазин «Фасоль». Мороженое здесь, «Босс Мороз». С этой стороны уже некоторые гостевые дома, видите, вот на вторых этажах. Отдыхать здесь понравится тем, кто любит ночную жизнь. Однозначно не для семейных людей с детьми. Это очень тяжело, гудешь до 3-4 утра, поэтому, если вы любите такое, то тогда можно поближе к морю селяться, но цены здесь уже не такие демократичные в связи с близостью к морю. Вот, кстати, вот там блинная работает, креп-блины, знакомый наш. Спасибо, спасибо. Кафе «Жозе» почти вот готовится к открытию. Здесь у нас, видите, уже торговля вовсю. Ой, вы знаете, с каждым днем все веселее даже на нашей паралии становится. А то все грустно и грустно. Тут уже многие, кто работает. Здесь у нас можно пофотографироваться с нашими статуями красивыми. Жизнь потихонечку начинается. Вот смотрите, можете по сторонам посмотреть, какие ролеты уже открылись. Так, здесь лавочки есть для отдыха, можете посидеть, перекурить, если кому-то нужно. Здесь вот еще столовая одна работает, то есть это уже вторая столовая. Так, здесь у нас люди катаются. Музыка уже долбит вовсю. И вот кафе «Любвик», самое интересное, он закрыт, наверное, нет персонала. Или, может, хозяева еще не приехали. Так слышно по музыке, очень-очень громко долбит. Ну, вот такая вот у нас паралия. И это еще не начало сезона, как таковое, как оно обычно бывает. Вот тут пароход у нас пытается восстанавливать. Нет, скорее всего, будет почти вся паралия работать, особенно к концу июля-августу. Может быть, середине июля. Вы знаете, оно же быстро все открывается. Здесь можно попить холодные напитки, купить вещи. Стараюсь все обозревать, но где-то промалчиваю, потому что еще, например, не открыто. Но это обед, ролеты торговые, в общем, здесь все продается. Здесь у нас аксессуары для телефонов, сумочки, клатчи, сувенирчики, одежда. Вот здесь вот мне нравится больше всего зона территория кафе «Встреча». У них тут очень много зелени. И это их отличает значительно от всей парали, потому что очень такой зеленый живописный уголок. Мусор для пластика. Так, и здесь можно еще покороче пройти, если вдруг вы на Южном проспекте живете, туда есть тоже выход с паралии, вдруг вам так будет короче. Ну, а здесь вот уже все, общая часть паралии, которая ведет непосредственно на наш центральный пляж. Сейчас у нас, как я уже говорила, практически 2 часа дня, температура воздуха 35 градусов, практически 34. Представляете, да, как душно? Поэтому такие вот зоны отдыха, они очень нам нужны и очень-очень помогают, особенно летом. Вот, смотрите, тут тоже ролеты. Ну, сказать, чтобы работает все, пока не скажу, но показываю вам в целом вообще, что такое наша набережная, как она у нас визуально выглядит. Достаточно широкая, особенно в этой части, то есть прям променад-променад можно совершать, фрукты, овощи. Я думаю, вы тут все и сами по сторонам с удовольствием посмотрели, рассмотрели. Очень много людей идут впереди. Плюс камера, она же уменьшает как бы точечки на видео. Поэтому, конечно, вживую людей гораздо больше кажется, чем на видео. Но вы понимаете, что все равно посчитать количество человек все равно возможно. Вот супермаркет, перекресток. Музыка, видите, горланит так, что разговаривать сложно. Но я пытаюсь так, чтобы вам было слышно все.
хорошо, отчетливо и видно. Самое главное, видно, потому что надо посмотреть, что такое паралия, чтобы понимать, что погулять, где у нас есть места. Так, вещевые, курортный роман называется, мужская и женская одежда, такое название интригующее, однако, да? Так, здесь у нас шашлык. Кстати, уже, я смотрю, накрыли, готовят вовсю. Это у нас кафе «Орион» лаунж-бар. Здесь мини-маркет «Урарту». Когда-то здесь было кафе, мы кушали с Юрой в «Парусе». Но оно уже, наверное, года два как закрыто, к сожалению. Но воспоминания остались. Так, сейчас у нас тут улица Серебряная. Пересекаем. И попадаем в самое любимое место для туристов, отдыхающих. Это Китайка. Китайка – это у нас прям мекка вечерней жизни. Вот если Гавана Мама – это для клабберов, то Китайка – это для семейных людей, для, скажем, 30 плюс контингент. Ну, мне, например, здесь тоже весело бывает. Здесь можно потанцевать, покушать шашлыки, блюда на мангале, меню там приносят, барные стойки. То есть, в принципе, это заведение действительно очень большое, огромное. Вот сейчас оно работает как такая дневная столовая, в вечернее время там танцы. Надеюсь, откроется к вашему приезду. А здесь у нас должен был быть фонтан, но пока не работает почему-то. И вот наша достопримечательность, наши анапские пальмы. Почему анапские? Потому что они бедные, еле-еле зиму выживают. Их тут в кадушке под парники, теплицу им организовывают. Но они все равно, видите, выгорают от солнца. И очень жалко. А здесь вот у нас розарий. Очень много роз на этом пятачке. И вот отсюда уже начинаются ролеты до самого пляжа. Как видите, жизнь продолжается, кипит. Тут пытаюсь вам все рассказать, все показать. Вот она, одежда, вещевые ряды. Красота. Тут сосны у нас стоят. То есть мы уже прошли большую часть пути, уже практически возле моря. Осталось там пару столовых показать, и все, вы в раю. Вы уже на пляже центральном. То есть вот здесь проходим аксессуары всякие. Ну, вы видите, да, какие у нас ролеты и что здесь продают. Овощи. Здесь домашняя чучхела. Очень много всего интересного. На самом деле, вот сейчас уже душа радуется, все открывается, все работает. Люди приехали, отдыхают. Красота. В принципе, даже получился такой весьма летний обзор, что ли, паралии. Я даже очень рада. Неожиданно, потому что неделю назад здесь была, здесь еще почти ничего не открыто было. У нас же люди только после 21 июня стали смело приезжать после отмены карантина, карантинных мер. И сейчас уже видно, что очень много отдыхающих для этого времени. С учетом, что только 4 дня как разрешили к нам официально без обсерватора и самоизоляции приезжать, видите, мы все равно пытаемся жить дальше. Кстати, вот отсюда вы можете пройти в наш аквапарк Витязева. Именно по этому проходу, он там уже виден с горками. Пока неизвестно его открытие, ну дай бог откроется хотя бы в середине сезона. Ну а мы уже почти-почти дошли до конца. То есть тут уже все, последние шаги буквально. И буду вам показывать наш самый широкий большой песчаный пляж Витязева, центральный пляж поселка. Места хватит всем. Самое главное, приходить в разумные часы. Потому что вот уже сейчас плюс 34, как я уже вам сказала. Более раннего времени я не нашла, как обычно, вам показать всю эту движуху. А вечером, как правило, слишком поздно приезжаю, чтобы уже показать вам нормальную жизнь, уже темновато. Но как-нибудь мы проведем, наверное, эфир. Обязательно тут тоже погуляем вместе с вами. Посмотрим, чем живет у нас вечерняя паралия. Ну, жалко, что прям такого сезона нету. К сожалению, еще только-только начало, можно сказать. Просто мы представляем, что сейчас конец мая. И вот столько людей у нас бывает в конце мая, то есть со сдвигом на месяц назад. Но если погода позволит, возможно, мы немножечко даже бархатный сезон подольше сделаем. Благо, чтобы у вас была возможность отпроситься в отпуск, к нам приехать, чтобы никакие проблемы не помешали вам насладиться отдыхом. В принципе, две столовые у нас работают. И вот прямо возле пляжа работает еще одна столовая. Сейчас посмотрим, там люди сидят или нет. Но музыка играет, значит, наверное, работает. Ну вот, мы и дошли почти с вами до арки Витязева. Как я и обещала, ровно 15 минут. Не обманывала, иду обычным своим шагом. По голосу слышно, что я не запыхалась, поэтому вот вам реальное расстояние до пляжа Витязева.
с этой арки начинается уже пляж. Вы сейчас увидите пески и поймете. Расстояние до самого уреза воды вы тоже сейчас на этом видео посмотрите. Так, здесь, походу, не столовая, но, в принципе, приехали, шаурму делают. И вот он и наш вход в центральный пляж Витязева. Все, мы на пляже, друзья. До пляжа 15 минут спокойным шагом. И теперь дойдемте посмотрим, сколько людей у нас на самих песках загорает. И, соответственно, замерим температуру воды. Здесь тоже, видите, ролеты еще продолжаются. Там у нас вывеску немножко перевесили. Обычно она у нас на первом входе, вот где я сейчас проходила, где колонны были. Но, видите, перевесили, наверное, чтобы точно никто не пропустил во внимание вот наш пляж. У нас тут обычно насыпает за зиму так песка, что вот приходится и разравнивать, и вывозить часть песка перед началом сезона. Я вам хочу сказать, очень много людей и идут с пляжа, и на пляже. Но если бы я пришла, наверное, часов в 11, людей было бы гораздо больше, потому что все-таки сейчас уже такое время, когда все возвращаются обратно. Но зато мы узнаем, какая температура воды в такое жаркое солнечное время. Кстати, спрашивали, есть ли у нас тут где покупаться. Вот душ с пресной водой. Пожалуйста, туалет. Так что уже установили вот эти вот кабинки. Пожалуйста, без проблем. Здесь также раздевалка. И вот мы уже оказались на центральном пляже Витязева. Посмотрим, какой у нас там шарик. Шар черный, купание запрещено, но я думаю, что это никого не останавливает. Там у нас тоже черный шарик. Вообще черный шар — это купание запрещено. Судя по тому, какая вода без волн, непонятно, почему купание запрещено, если честно. Очень как-то глупо. Если вчера я понимаю, какие-то волны были в Джимите, то сегодня-то почему нельзя купаться? Она же не может быть ледяной, правильно? Вот, кстати, переодевалки на пляже. Соответственно, даже здесь написано, купание запрещено. Что за бред? Либо Роспотребнадзор не разрешил купаться. Но мы сейчас проверим, как люди соблюдают это требование. С купанием запрещено, этот запрет. Смотрите, широкие пляжи, говорю, места хватит всем. Многие думают, вот центральный пляж, значит, людей много. Да, людей немало, но при этом места свободные есть. Купайся не хочу. Вот у нас пирс, наш Витязовский. Что-то он в каком-то непонятном состоянии сегодня. В ту сторону у нас к диким пляжам пошла часть Витязева. А это у нас в сторону Пионерского проспекта пляжи. И вот там на горизонте уже видна Напа, наша с вами любимая. Кстати, я пока шла, градусник стал показывать 31 градус, то есть типа охладилось чуть-чуть, 31 градус. Но мне почему-то по ощущениям кажется, что не очень охладилась вода, потому что, ой, воздух, потому что что-то прям жарит-жарит. Вот, смотрите, разве это волны? Типа купание запрещено. Вообще не должно быть запрещено купание. Вот такой вот обзор наших пляжей. Смотрите, какие они широкие, огромные. Какое у нас красивого цвета море. Невероятное просто. Давайте, наверное, пойдем окунать нашу рыбу, чтобы она посмотрела температуру воды. О, вот, морюшка. Какое же оно хорошее. После такой жары, ребят, это правда очень райское наслаждение. Ну, пусть у меня сегодня даже джинсы будут мокрые, их даже подворачивать не хочу, потому что прям так хочется освежиться. Какое же оно хорошее на фоне жары. Ну, я говорю, я время выбрала то, которое, конечно, не надо выбирать в час-два дня, поэтому смотрите сами, будьте аккуратнее. Вот, смотрите, там люди вдалеке. Кстати, уже появились катамараны, появился банан, скутеры водные. Ну, давайте с этой стороны тоже посмотрим. В принципе, здесь не глубоко, вот где я стою, просто я из-за того, что не в купальнике, я не пошла на глубину, ну, чтобы совсем не промокнуть, к чему бы мне это нужно было. Ну, так, чуть-чуть намочу свои шорты, и, в принципе, нормально. Ой, я давно не была на центральном пляже, и спасибо тем людям, которые попросили обзор с Парали, гостевого дома, проход посмотреть к морю и вообще всю нашу территорию пляжную. Я вот с радостью прям согласилась, потому что давно здесь не была, и зря. Потому что мы живем с Юрой немножко возле другого прохода. У нас нет центральной Парали, у нас вообще там набережной нет. Там вообще все по-другому. Видите, как здорово, да?
Люди счастливые купаются и загорают. Но это смельчаки. На самом деле купаться в это время уже не то, что запрещено по табличкам, сколько запрещено здравым смыслом, потому что уже жарко. Это надо либо обливаться солнцезащитными средствами, либо обливаться ледяной водой, чтобы не схватить, не дай бог, солнечный удар. Что солнце сейчас в самом зените, оно прямо над нами светит. И это очень пагубно на организм человека. Откладывается, благо я тут всего только ради обзора. Я сейчас быстро покажу вам температуру водички и уже побегу прятаться от этой жары, от этого зноя. О, кстати, вот и первые желающие прокатиться на таблетке. Повез их водный скутер куда-то вдаль, за горизонт он их повез. Все, значит, водные и пляжные развлечения работают. А что еще нужно для хорошего отдыха? Вот скажите, друзья, магазины работают, всякие развлечения работают, столовые работают. Ну, может быть, ночной жизни поменьше, но, с другой стороны, все равно же какие-то летние заведения, кафешки открыты. Я думаю, что Витязево это точно что-то будет работать, Грека работает, там, бургерные. Ну, а что вам еще нужно? Сядьте, в конце концов, даже какой-нибудь вечер посидите в гостевом доме или в отеле, или в квартире, где вы там будете отдыхать, там выпейте. Ну, если вот прям вот душа горит, да, что-то выпить алкогольное, отметить приезд, почему бы и нет. Поэтому, друзья, такие дела. Жизнь есть потихонечку, она у нас продолжается, мы не стоим на месте. Мы хотим сезона, и сезон приходит к нам с каждым днем все быстрее и быстрее. Приезжайте и вы к нам в Витязево. Ну и давайте в конце видео, чтобы не задерживать вас, давайте посмотрим температуру воды, чтобы вы, ну, еще больше к нам захотели, потому что я уже чувствую, что она теплая. Ну, градусов 25-26 точно есть, вот прям серьезно. Я не обманываю. Вот сейчас мы посмотрим рыбку. 26 градусов, вот, правда, 26. Вы еще думаете, ехать к нам или нет? Не думайте, приезжайте. Витязева ждет вас. И мы в гостевом доме Мурлямур тоже ждем вас. И будем рады. О, вот сейчас меня хорошо волна обдала при выходе. Прям вся попа чувствую мокрая. От души, как всегда, поплавала. С вами была Светлана. Для заказа номера в гостевом доме Мурлямур пишите либо в WhatsApp, либо звоните по номеру телефона. Он есть в описании под видео. Всем пока-пока. Мы ждем вас.